Семикратный победитель первенства России Дмитрий Шалманов выиграл 8-й этап Кубка страны. В параллельном слаломе 18-летний челябинский сноубордист показал лучшее время в квалификации, а в финальном заезде оказался быстрее Антона Еремеева из Красноярского края. У девушек победу праздновала 19-летняя Юлия Бояринцева из Красноярска. Чемпионка мира 2007 года Екатерина Тудыгешева пропустила турнир, получив неделю отдыха после выступления на чемпионате мира в Корее. Всего в турнире участвовало 50 сноубордистов из 6 регионов России.